того, чтобы сесть на шпагат. Сегодня у нас будет всего 4 упражнения, которые мы покажем, да, и в дальнейших уроках будут другие способы. Начнем мы сегодня с упражнения, так называемый испанский грант, либо просто выпад. Оно может называться по-разному, но смысл от этого не меняется. Мы становимся сейчас боком, да, делаем выпад на правую ножку, левая на полупалец уходит назад, колечко натянуто. Самое главное, чтобы коленка была под пяточкой, был прямой выпад. Нельзя, чтобы коленочка вот так выходила, да? Вот коленочка под пяточкой, проверяем. Наверх, наверх корпус, хорошо. Можно положить ручку на бок и качаем вниз. Давай, держимся, держимся, раз, два, три, четыре, еще раз, два, три, четыре, хорошо. Теперь ставим ручки вниз, к пяточке, локти к пятке. Ага, голова наверх, колечко сзади натянуто и тоже потянулось. 4, 5, 6, 7, 8. Хорошо. Теперь кладем заднюю ножку колечко на пол. Выпрямляем носочек, потягиваем. А теперь наоборот, смотрите, коленочка уходит вперед, носочек. Носочек, да, отлично. Ставим ручки на ногу и тянем, растягиваем пахту, толкаем. Вниз, бок. Хорошо. Еще, 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 еще. Растягиваем. Отлично. А, теперь сами бок на пяточку. Сами бок на пяточку. Хорошо. Носочек на себя. На себя. Колечко натянуто и вперед. Зажимаем. Зажимаем. Вот, молодец. И тянемся. Еще, еще, еще. Вдыхаем. Главное дышать. Хорошо. Ага, ставим ножку, подтягиваем другую ножку, складочку, наверх, и то же самое на левую ногу. Разворачиваемся, хорошо, сделай шажок назад, отлично, хорошо, и выпад на левую ногу, левая нога, оп, правая задняя, на другой палец, тоже прямой угол, да, и хорошо. Кладем локти, локоть у пяточки, да, и вверх тоже хорошо. Ставим коленочку, носочек кладем, ага, и вверх. Вот на вниз, пах раскрылся. Хорошо. Ставим лоб на пятку, ножку вытягиваем на себя стопа, да, обнимаем стопы ручками и вниз. Если у вас не получается обнимать стопы ручками, просто держите коленку, чтобы она не поднималась, и тоже старайтесь грудь положить на коленочку. Грудь на коленку. Дышим, выдыхаем. Хорошо. Поставили ножку, под другую подтянули, вниз складочку. Хорошо. Ну вот, мы показали первый способ растяжки, и в следующем уроке мы покажем еще. До новых встреч!